В рамках правительственной комиссии по развитию Арктики и арктических территорий создана рабочая группа, которую возглавляю я и регулярно провожу ее совещания, на которых мы рассматриваем конкретные проекты по развитию либо всей федеральной составляющей инфраструктуры, либо конкретные региональные проекты в области развития транспорта. И, конечно же, одним из основных таких проектов, уж поскольку вопрос от Ямало-Ненецкого округа, одним из основных проектов и перспектив развития всей арктической зоны является проект Северного широтного хода. У этого проекта тоже, вы знаете, непростая судьба была, он готовился, формировался, постоянно изменялась экономическая модель в соответствии с изменениями макроэкономических условий, и уже когда было готово принято решение, у нас было серьезное сокращение бюджетной федеральной целевой программы, и нам пришлось принимать другие экстренные варианты по поиску инвесторов, замены бюджетного на финансирование на внебюджетные источники. И сегодня такая модель сформирована, представлена в правительство, и я очень рассчитываю на то, что в ближайшем будущем старт этого проекта все же состоится. Он действительно имеет ключевое развитие не только для всего округа, но, как я уже сказал, для всей транспортной системы Российской Федерации.